Да как же все это нас задолбало? Мне же оно еще и деньги платили. Я рассказывал про Chevrolet Captiva. Да не против я марки-то, но какого хрена-то то, что не продается в Америке, продавать как америкоса? Для лохов типа, ну, русских сообщаю. Deo Windstorm никогда в жизни не видел штатовских родзов. Deo Windstorm разрабатывался корейским подразделением GM Deo как среднеразмерный спортивный утилитарный авто на базе GM Theta платформе и был продемонстрирован публике типа Chevrolet S3X в 2004 году. Вообще ни хрена не понятно, но Opel Antara и вот это чудо — это одно и то же. Мало того, в стране, в которой его придумали, до 2011 года включительно, Точило так и продавалось, как Deo Windstorm. Ну и для Австралии это Holden Captiva. Теперь вообще пипец. Где машина делается? Внимание. Казахстан, Усть-Каменогорск, Россия, Калининград, Южная Корея, Бупиунг Ду Инчон, Таиланд, Районг, Узбекистан, Осака, Вьетнам, Ханой. Жесть, да. Чистая шевролетовская мутня. Теперь движки и рули. Естественно, рули как и левые, так и правые. И двиглов-то. Два дизеля, 2.0 и 2.2. VCDI. Естественно, из дизелей лучше последний. С крутящим моментом, как у базового 600-ка. Бензинки. 2.4 экотеки. И лучший, самый пустой, и на газ. И, конечно, ручку маслать-то надо будет. 3.0, CD, V6. Шестиступенчатый автомат и топ для Австралии. 3.2 Alloytec. Там пятерка автомат. Естественно, чудо это на газу, как и 90% выпускаемых там легковушек. Как чудо это продавалось и продается? Да никак. Для России в два раза лучше, чем Tahoe Trailblazer. Все остальное в лице и понемножку от меня. Автомобиль с автоматической коробкой переключения передач, 10 подушками безопасности, с вот этими двигателями, с бортовым компьютером, с возможностью переключить режим коробки в ручном, ну, виртуально ручном режиме. Есть система Hill Down Assist, то есть машина спускается со скоростью не более 7 км в час. И это позволяет девушке даже путешествовать на природе. Конечно же, ESP и все, что нужно, и круиз-контроль. И все это стартует от цены 750 с небольшим тысяч рублей.